На этом кораблике мы сейчас переплывали через Вёртерзее. Мы взяли комби-тикет, он стоит 19,90. Сюда входит прогулка на кораблике. Целый день вы можете плавать по озеру, ходить-выходить на любых пристанях. А также можно съездить на смотровую площадку. Пешком-то не дойти, надо ехать отдельно. Anschluss links neben der Ruine sehen Sie die Hohe Gloriette, eine beliebte Aussichtsarte, die einen wunderschönen. Наша первая остановка Крумпендорф. Пенсионеры атакуют наше судно. Смотрите, смотрите, прямо расталкивают друг друга. И опять там про них что-нибудь напишут потом. Лена беспокоится, что вы что-нибудь напишите про них мне. Смотрите, не пишите. Вода в озере очень прозрачная. Смотрите, видно дно. Остановка за остановкой, и мы движемся вдоль озера. Маршрут длится около 2 часов в каждую сторону. Можно наслаждаться пейзажами, спокойной прогулкой. Петушиные бои прямо у нас тут. Подплываем в Фельден. Это последняя остановка. Мы проехали через все озеро. Кстати, номер в этом приятном отельчике стоит 264 евро. Смотрите на Румгуру. Вот так женщина села на лодочку и сейчас поедет кататься по озеру. Мы поднимаемся к смотровой площадке. Написано, что идти 30 минут. Считайте, идти туда 30 минут, обратно 30 минут. И у нас до теплохода осталось 1:10. Успеем, не успеем. Какой замечательный вид на озеро. Мы поднялись на смотровую площадку. Она называется Холи Глориет. Тут небольшая беседка, и отсюда видно озеро Вёртерзи. Здесь внизу город Фьордшах. Сюда мы приехали на кораблике. Вот там беленькая эта пристань. Мы целый день сегодня катаемся. Можно выходить на разных пристанях и гулять по этим маленьким небольшим городкам. Тут на этой горе есть еще руины замка. Там... Что это такое? Нет, это деревянное видимо было. Какой-то козел. Вот и все, ребята, пришли к крепости, а тут закрыто. Мы с Леной идем по променаду, там вдалеке едет наш кораблик, надо успеть.